Ну, что бы хотел сказать? Хотел сказать, что вот между управляющей компанией советской и Ространссервис идут гражданско-правовые споры. Из-за этих, в общем-то, споров возникают такие ситуации, где управляющий компанией, бывший Мазитов Минахмат Гилажевич, уже будучи отстранен от руководящих должностей, как бы правильно это выразиться, ну, все-таки продолжает свою деятельность, управлять, контролировать всю компанию, подчиняющую ей жилищно-коммунальные участки. А вот 13 сентября этого года, значит, Мазитов Минахмат Гилажевич своими действиями закрыл ворота, сам прекратил мне доступ на территорию, выставил в ионизированную охрану, дал указание, значит, этим охранникам не пропускать мою личную машину, не пропускать ту технику, которая у меня в подчинении находится. Вот. На вопрос, значит, объяснить то, что я попросил Мазитова Минахмат Гилажевича, почему он предпринял такие действия, Мазитов категорически отказался мне на что-либо отвечать. Вот. Сказал, что он от чего-то там устал, я не знаю от чего. Объяснять ничего не будет. Вот это его кардинальное вот это решение, которое он принял, и больше он его менять не будет. Я, значит, решил позвонить вышестоящему руководству, это Золотову Евгению Алексеевичу, директору ЖКХ, но никаких сдвигов не произошло по сей день. Поэтому я был вынужден, значит, прибегнуть к таким действиям, как написать письмо Францу, мэру города, прокуратуре Советского района, РОВД нашему советскому, ну и, соответственно, вызвать телевидение, все, чтобы это наши, как говорится, арчане и вышестоящее руководство, если что-то для них там не дошли мои, как говорится, отголоски, чтобы все это до них дошло и приняли какие-то меры, потому что, то есть, ну, что можно сказать, территория, на которой я нахожусь, это данный вот этот кабинет и... То есть та проходная, на которой стоят ворота, плюс центральный бокс большой, это все относится ко мне по условиям договора аренды недвижимого имущества. А так как Мазитов прибегает к таким противозаконным мерам, ну я не знаю, к чему это отнести, к каким действиям. В общем-то, хотелось бы, чтобы правоохранительные органы занялись данной ситуацией, выяснили, что и как нам дальше двигаться вперед, как нам дальше работать, потому что на территорию мы не можем попасть. В общем-то, ситуация такая непонятная.